Ремонтные комплекты и специальные инструменты, которые пригодятся бойцам отряда «Тигр» в зоне специальной военной операции на Украине, вручили волонтеры на полигоне, где тренируются добровольцы. Передавая подарки, ребята подчеркнули, что всегда готовы прийти на помощь и поддержать соотечественников, отстаивающих интересы страны. В ближайшее время молодежный волонтерский отряд «Тигр» также отправится на Донбасс с гуманитарной миссией. Я вообще хочу сказать, что на сегодняшний день очень много предпринимателей помогает, так как помогает губернатор, я не знаю, это там самая большая и огромная поддержка. Вот. Но очень было символично, очень приятно, когда молодые ребята приехали, тем более они тигрята, и мы отряд «Тигр». Вот. Было очень приятно получить, и главное, получить не просто подарки, а именно то, что нам было необходимо. Также отряду передали дрон, который может выполнять разведывательные функции. Это поможет бойцам отряда максимально эффективно участвовать в защите интересов страны на Донбассе. Сейчас в отряде «Тигр» проходит подготовку 165 бойцов из Приморья, Забайкалья и Хабаровского края. Занятие организовано на базе 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты. В батальон могут вступить мужчины от 18 до 60 лет, вне зависимости от места жительства. Для этого необходимо подать заявление в любой военкомат Приморского края. Анна Дьякова, новости на 8.